Лекция 7 называется «Имя существительное». Мы будем говорить о лексико-грамматических разрядах имен существительных. Также мы заметим, что по своим лексическим свойствам и грамматическим признакам имена существительные составляют следующие лексико-грамматические разряды. Это собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные, конкретные, отвлеченные, абстрактные, вещественные и собирательные. Потому что обозначается, все существительные делятся на собственные и нарицательные. То есть имена собственные являются индивидуальными наименованиями предмета. Имена, фамилии, клички животных, географические, литературные, астрономические и другие названия. Иван, Жучка, Альпы, Карпаты, Мать, Марс, Венера и так далее. Имена нарицательные служат обобщенным наименованием однородных предметов – лес, гора, стекло. В отличие от имен нарицательных, которые в своем большинстве могут изменяться по числам, по лицам, имена собственные по числам не изменяются и закреплены, как правило, в форме единственного числа, а реже множественного числа. Что свойственно имени существительному, например, в казахском языке? Это категория притяжательности, которая обозначается не только притяжательными местоимениями, но и, что особенно характерно для агглютинативных языков, притяжательными окончаниями. Вообще в казахском языке, в отличие от русского, имеется 7 падежей. Их названия, значения, функции в основном совпадают с русскими, пока не входят в задачи нашего исследования, и существительные в казахском языке не имеют категорию рода. Поэтому нет согласования между существительным и прилагательным, существительным и числительным. При склонении сочетаний из этих частей речи падежные окончания прибавляются к существительным. К особенностям казахского языка по сравнению с русским относится, что сингармонизм, особый набор притяжательных форм, отсутствие грамматической категории рода, отсутствие приставок, многозначность и амонимия большей части слов. Вот эти и другие особенности определяют лингвистический статус имени существительного и других частей речи, в том числе в казахском языке.